Японские банки рассматривают возможность выпуска криптовалюты J-Coin. J-Coin хотят выпустить до Олимпийских игр 2020 в Токио, чтобы прекратить использование налички в качестве оплаты, сообщает Cointelegraph. Это обусловлено тем, что с 50-75% доли мирового рынка Япония превратилась в крупнейший рынок обмена биткоинов. Помимо этого, в стране операции с наличными деньгами стоят больше, чем цифровые транзакции. Отметим также, что J-Coin не станет заменять йен. Монета будет обмениваться в соотношении 1:1. Предполагается, что криптовалюту выпустят в ближайшие годы, хотя инфраструктура системы пока не ясна, она может быть основана на блокчейне.